Всем привет! Решила свое продемонстрировать сегодня приусадебное хозяйство. Развела сама около своего дома. Вот у меня хостеря. Сторону, покажи. Это я все копала на ширину 4 лопат. А дальше у меня целая коллекция хвост, 11 сортов разных. Это с прошлого года ноготки вот взошли. Я их уже не выпалываю, какие-то сорняки уже нужно выпалывать. Это вишня сосед посадил, сиреньки. Это мы с сестрой из леса притащили можжевельник и вот сосеночки, две сосеночки. Собираемся сходить на фестиваль «Дачный переполох». И там будут рассказывать, как правильно делать топиарий, как правильно, формировать сосны. Красивые растения выстригать. Вот здесь растет топинамбур, вот это вот. Топинамбур. Это ирисы пошли. Остров я уже показала. Пошли дальше. Здесь птички яблоки будут расти. Это из косточек выросли. Вот это все ирисы. Флоксы, соответственно, те, которые я привезла с дачи, которые должны были уже погибнуть, я их спасла и посадила. Они будут цвести фиолетовым цветом. Посмотри, какой ирис красивый. Теперь переступаем сюда. Здесь у меня внутри клумба. Вообще, все эта история мутилась для того, чтобы соседи не выгуливали у моей подруги под окнами. Она мне жаловалась, что прямо собак выгуливают. Вот она на первом этаже, Олеся живет. И поэтому мы решили придумать вот это вот на ширину 4 лопат вот эту клумбу, чтобы сюда своих прекрасных питомцев не водить. Но эту клумбу мы еще со времен как с сестрой делали. Здесь у меня бадан растет, большой куст. Гортензия, ты показывай, гортензия, ирисы вот прекрасные цветут. Они, конечно, распространенные, не сортовые. Сортовые, конечно, давно бы отсюда уже выкопали. Вот я еще хотела показать, что в этом году очень большой... Вот покажи эти растения. Это лыща, и они все заражены тлей. Очень много муравьев. Вот покажи крупным планом. Все листья вот в такой тле. Я сегодня попробовала обработать. У меня, чтобы было дома, препарат фитоверн. И я его дома опрыскала, часть растений, потому что мне надо было для профилактики, там, чтобы перцы не заболели щитовкой. И, соответственно, часть мне пришлось сюда обработать, потому что я посадила несколько дней назад лимонник. И я вижу, что уже часть листиков съели замечательные питомцы муравьев тля. Ну, тлю это разносят муравьи, то есть тут бороться или с тлей, или вот здесь тоже все аж липкие листики видно, да? Все черное, все липкое, противное. И еще я обработала фитовермом и свои фасоли декоративные, которые вот таким образом тоже вот в обрезанные 6-литровые бутылки они у меня растут. Уже скоро цвести будут. Очень такие в этом году крупные такие листья. Значит, и сами по себе цветы будут красивые. Они красным цветом цветет декоративная фасоль. Спасибо за внимание. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч! Там еще дядька один идет. Мне надо сначала снять мои рисы, вообще стартануть кадр. Ты уже нажал на кнопку? Нажал. Надо подснять рисы. Вот они. Цветут. Блин, я не могу. С какого момента? Отвернись, я не могу. Thank you.
Золотой Груд, возле Рогачевской, возле дома. Вот то, что я здесь делала, очень много работы проделано. Как это подснять? Все там на ширину 4 лопат. Это все я тут садила. С дачи родители привезли флоксы и рисы. И вот они уже цветут. Ну как привезли, просто они хотели их выкинуть. Игорь, блин, мне нихера неудобно с этой селфи-палкой. Мне неудобно. Или ты меня снимай, или, блин, я лучше на свой телефон. На. Мне ничего неудобно. Или ты меня снимай.